Я сейчас тебя научу, как смотреть финансовое будущее. Хорошо, смотри, учу тебя. Значит, у нас есть иена. Японская. Японская иена. Mm-hmm. Курс, сейчас округлим, mm-hmm. да, где-то 50, где-то 50 копеек. Копеек. Да. Смотри, я могу легко предугадать, какой будет курс 1 июня. Mm-hmm. Знаешь, что мне для этого нужно? Смотри, апрель, май берем, да, 2 месяца. Mm-hmm. 2 месяца мы умножаем на сумму финансовых рисков, mm-hmm. обозначим их буквой F, mm-hmm. смотри, финансовые риски, на сумму с благосостоянием граждан, обозначим, буквой Б, угу, допустим, хорошо. Да? И того мы получаем к лету, к 1 угу. июня, увидишь, курс иены будет 50 копеек. Угу. То есть такой же, да, как и такой сейчас? Такой же абсолютно. Андрей, так это, понимаешь, стабильная валюта, это японская иена. Но. А ты можешь какие-то нестабильные, допустим, доллар. Все сейчас это интересует. Да никто не сколько может будет? Доллар, да никто не рассчитает тебе да, доллар. Да как это могут, Андрюша, причем кто? Школьники на Всероссийской Олимпиаде, один мальчик точности доказал, сколько будет доллар. Тань, да я знаю эту историю. Понимаешь, он один на сколько тысяч. Они все школьники могут так делать, а все потому, что ленятся учить математику, а сегодня ее учить нужно. Почему? Узнаете в программе. Uh-huh.